Валентина Иванова родилась 12 апреля, ровно 92 года назад. Эта дата в судьбе почетного профессора СМГМУ сыграла свою роль. Ее жизнь оказалась тесно связана не только с медициной, но и с космосом. В ближайшие годы я познакомилась с большой группой космонавтов. Но первые это были мои знакомые. Это Беляев Павел Иванович. Потом дальше Гагарин. Ну, в общем, Титов, все космонавты, я всех со всеми знакома. И, к сожалению, я знакома от их триумфа до их ухода из жизни. Валентина Дмитриевна принимает поздравления на диссертационном совете СМГМУ. Приветственный адрес от имени главы региона Дмитрия Азарова вручает ректор медуниверситета Геннадий Котельников. Она заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации. Свою жизнь и трудовую деятельность начала на Дальнем Востоке. Работала хирургом, муж у нее был офицер, а потом всю оставшуюся жизнь она приехала сюда к нам, в ординатуру, в аспирантуру и проработала вот в университете ни много ни мало, 60 лет. Теплые слова и пожелания звучат также от коллег и учеников, как бывших, так и настоящих. В свои годы профессор продолжает преподавать студентам оперативную хирургию. Я очень благодарен Валентине Дмитриевне за то, что нам удалось объехать очень много городов, конференциях, мы всегда везде хорошо относились. И, конечно, это знаковое имя, знаковый человек для нашего университета. И такие люди есть и должны быть среди нас. Лучшим качеством для врача Валентина Дмитриевна считает любовь к профессии и пациентам. Прививать это в своих студентах она планирует и дальше. Дарья Зотова, Новости губернии.